сыночка. Сейчас тебе папка. Сейчас тебе папа сказку прочитает на ночь, чтоб ты заснул. Только сына, папку на работе так задергали. Нервы ни к черту. Поэтому ты засни как можешь. Сейчас. Репка. Ой, чую, название плохое, недоброе. Посадил дед репку. Тянет, потянет, а вытянуть не может. Бедненький старпупсик. Позвал дед бабку. Бабушку старенькую, как мамино лицо. Заставил старушку трудиться. Фашист дряхлый. Тянут они, потянут, а вытянуть не могут. Беда-то какая. Позвала бабка внученьку. Тинейджерку задохлика. Страшную, как трезвый дедушка. Тянут они, потянут. Опять не могут. Сына, ты должен принять это как мужчина. Ты будущий солдат, сына. Ты не должен знать жалости. И она его будет. Позвала внучка Жужучку. И кобеля. Молчи, сынок. Это трагическое слово. Мама им твоего папу называет. Тянут они, потянут. Тянут, потянут. Ну да что ж такое, опять ничего не выходит. Это судьба. Позвала Шучка кошечку. И вот стоят они, пять человек. Простые русские люди и звери. В неудобной позе. Тянут, потянут, тянут, потянут. Ну что, рассказка кидалову за кидаловым. Сына, не спать, мне так страшно. Позвали они мышку, мышульку. Тянут они с этим грызуном маленьким. Маленьким, вот таким, вот. Как малюсенький, как у твоего папки. Зарплата. Тянут, потянут. Сынок, крепись. Придет самое тяжелое. Тяжелое самое будет. Мне бабка с папкой читали, я плакал. Мамка плакала, детка с бабкой, все плакали. Столько выдержи. Выдержи. И вытянули репку. А репка умерла! Ладно, ладно, спи,
Иночка. Видишь, вот, береги репку с молоду. Давай, засыпай. У тебя же день рождения завтра. 28 лет.